Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Филиппо Рунге. Художник, рисовальщик, живописец и теоретик цвета. Рунге часто считают ведущим художником немецкого романтического движения. Историки искусства часто сравнивают его с Уильямом Блейком. Общее мнение, он обладал блестящим умом и хорошо разбирался в литературе и философии своего времени. Был плодовитым автором писем и поддерживал переписку и дружеские отношения с такими современниками, как Карл Бергер, Каспар Фридрих, Йоганн Вольфганг фон Гёте, Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг, Хенрик Штефанс и Людвиг Тик. Его картины часто наполнены символикой и аллегорией. В течение 8 лет он планировал и совершенствовал свой основополагающий проект «Times of Day». 4 монументальные картины площадью 50 квадратных метров каждая, которые в свою очередь были лишь частью более крупного совместного проекта, который должен был включать поэзию, музыку и архитектуру. Но этот проект остался нереализованным на момент его смерти. Один историк заявил: «В картине Рунге мы явно имеем дело с попыткой представить современную философию в искусстве». В 1808 году он написал влиятельный труд по теории цвета, этот труд назывался «Сфера цветов», который был опубликован тот же год, когда он умер. Я пользуюсь Википедией. Рунге родился в 1777 году в Ольсгаст, городе на северо-востоке Германии, на берегу Балтийского моря. Он заболел туберкулезом легких в раннем возрасте и всю свою жизнь отличался слабым здоровьем. В юности посещал школу, которую возглавлял Людвиг Готтард Косегартен. Его отец был преуспевающим торговцем, судовладельцем, и Филипп и его старший брат Даниэль были подготовлены к тому, чтобы следовать за ним в его бизнесе. Даниэль переехал в Гамбург, чтобы управлять филиалом семейного бизнеса, а Филипп вскоре последовал за ним в качестве ученика. Там он начал устанавливать контакты с поэтами, издателями и коллекционерами произведений искусства, такими как Матиас Клавдиус, Фридрих Клопшток, Юст Пертес, ну и так далее, которые поощряли Рунге в искусстве и интеллектуальных интересах. Он начал брать уроки рисования в Гамбурге в 1797 году у Генриха Иоахима Хертериха и Герда Хардорфа старшего. Только после нескольких лет в Гамбурге, когда ему было уже чуть за 20, Рунге решил сделать карьеру художника. Изучал живопись в течение 3 лет в Копенгагенской академии. Затем Рунге посещал Дрезденскую академию изящных искусств, обучался у Антона Граффа. Поэт и писатель Людвиг Тик оказал особое влияние на знакомство Рунге с новой литературой и мистическими идеями, якобы Беме и Навариса. Рунге познакомился с Паулиной Бассенге в Дрездене в 1801 году, когда ей было 16 лет. Они поженились в Дрездене в 1804 году и вскоре вернулись в Гамбург. У них было 4 детей, и самый младший родился после смерти Рунге. Сам Рунге умер от чахотки в 1810 году в возрасте 33 лет. Труд его жизни длился немногим более 10 лет. Большая часть его сохранившихся работ была подарена гамбургскому Кунстхалле, его вдовой Паулиной Рунге, уроженной Бассенж в 1872 году. Он был одним из лучших немецких портретистов в свое время. Его стиль был жестким, резким и интенсивным, временами почти наивным. Среди его общепринятых принципов было то, что, как известно, в кавычках, существует только 3 цвета – желтый, красный и синий. Его целью было создать целостный мир цветов, возникающих в результате смешения 3 цветов между собой и вместе с белым и черным. В том же длинном письме Рунге довольно подробно изложил свои взгляды на порядок цветов и включил эскиз круга смешения, в котором 3 основных цвета образуют равносторонний треугольник и вместе с их парными смесями шестиугольник. Ну вот так, вкратце из переводной Википедии о Филиппе Рунге, немецком художнике, рисовальщике, живописце и теоретике цвета. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.